Современную жизнь невозможно представить без дорог и машин. Работа транспортной отрасли непосредственно влияет на жизнь людей. От четкой работы транспорта зависит развитие всего городского хозяйства. Накануне в органы-зал пригласили тех, кто отдал отрасли не один год жизни. Я пришла очень давно. Я пришла сразу после школы. Это было в 1975 году. И по сей день я работаю в этой отрасли, не изменяя этой профессии. И вообще считаю, что в эту отрасль попадают и работают те люди, они случайными не бывают. На перевозке пассажиров по муниципальному заказу ежедневно выходит более 850 автобусов. 1300 водителей доставляют сочинцев и гостей курорта в любую точку Сочи. Сегодня выполняется около 10 тысяч рейсов в день. В рамках модернизации отрасли в следующем году будет существенно обновлен автопарк. Планируется приобрести около 400 новых автобусов средней вместимости. Они будут полностью адаптированы для маломобильных граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и автоинформаторами с обозначением маршрута и всех остановок. А сколько денег из бюджета города, из бюджета края тратится на содержание дорог? Ведь такого не было никогда. И на следующий год, 2019, войдя в федеральную программу, мы будем иметь 1 миллиард рублей на ремонт и реконструкцию дорог. Чем меньше дорожных проблем, тем эффективнее работа общественного транспорта. Тех, кто отличился своим трудом в этом году, глава Сочи наградил знаками отличия и благодарственными письмами.